За что? Зашел в магазин, кассовым аппаратом пользовался. А 50 еще за что? А ты плитку топтал, портил. Вот скоро так будет. Чтобы этого не было, что нужно делать? Правильно Николай Григорьевич сказал. Инициативная группа. Пусть вас это слово не пугает. Ничего сложного нет. Собрались вы, ваш сосед, ваш друг на троих. Только не выпить, а политические права свои защитить. Вы уже инициативная группа. Казалось бы, три человека немного. А если три человека с каждого дома в Москве? 10 лет назад в Москве было 33 тысячи домов. Сейчас, наверное, все 50. Это 150 тысяч человек. 150 тысяч человек выйдут в центр города, я вас уверяю, будет не такая ситуация, как сейчас, когда Собянин в мэрии сидит, как в крепости, с пропускным режимом. Захотят, пустят вас туда, захотят, не пустят. А он сам к вам придет и скажет, чего изволите. Парковки отменить, пожалуйста. Цены снизить, ради бога. Капремонт отменить на здоровье. Но для этого что нужно? Нужна инициатива. Нужно не бояться защищать свои права и знать их. Ничего сложного. Элементарные законы. Мы с вами, мы коммунисты, мы подскажем, что нужно выучить. Это не сложно. Не бояться знать права и проявлять солидарность. Не бояться приходить на встречи с депутатами. Не бояться выходить на митинг. Это не страшное слово, ничего там нет. Мы знаем, как ваши права защитить, знаем, как помочь. Но без солидарности, друзья, без вашего желания ни у кого, ни у Николая Григорьевича, ни у даже других там всех самых честных людей ничего не выйдет. Только вместе, не поодиночке, а всем миром. Три человека с дома – уже огромная сила. А три из каждого подъезда в Москве – это будет 1 000 000 человек. И тогда не только в мэрии задрожат, но и в Кремле. И будут прислушиваться к тому, что говорит народ. Поэтому не боимся, объединяемся, оставляем свои контакты. И не стесняемся записывать, когда Николай Григорьевич в конце встречи объявит. Звоните, обращайтесь, поможем и все вместе преодолеем проблемы. Спасибо. Да, Николай Григорьевич, выступил, хорошо сказал, очень многие мои коллеги тоже хорошо сказали. Зовут меня Рудаков Вадим Геннадьевич, я состою в Кировском районе КПРФ и хотел бы несколько обобщить все вышесказанное. Ленин говорил хорошие слова о том, что решать надо общие вопросы. А покуда мы будем решать частные вопросы, мы все время будем натыкаться на общие вопросы. Так вот, то, что, о чем мы сейчас говорим, о незаконных парковках, о взимании платы за капремонт, о переводе на платное обучение, на платную медицину и так далее, это частные вопросы. А общий вопрос стоит один. Фронтальное, тотальное наступление капитализма в нашей стране. Наш путь один – это выход из этой системы, то есть возврат к системе социализма. То есть, конечно же, не тот социализм, который был при Брежневе, социализм обновленный, с народным контролем. А до тех пор, пока мы будем молчать и терпеть этот строй, который нам навязывают, над нами так и будут издеваться. От нас очень многое зависит. Понимаете, впереди выборы. Кто проводит эту политику? Пушить налогами, придумывать и придумывать все более новые и новые поборы. Это политика Единой России, правительства Москвы, правительства России и президента. И выкиньте из головы детские наивные размышления о хорошем царе и плохих боярах. Все они находятся в одной связке, и все они ведут одну политику. Поэтому от того, за кого вы будете голосовать, будет зависеть очень многое. Спасибо. После этого собрания, что вот я готов лично сделать, чтобы с этим побороться? Я могу сказать о своем примере лично. Я тоже работаю, у меня есть семья. Я могу сказать, что я ходил на митинг на Пушкинскую. Я могу написать в Твиттере, как и вы все, но нужно, чтобы видели ваше количество на улице. Нужно, чтобы видели ваши действия на бумаге, чтобы вы объединились физически, а не только через сети. Хотя это хороший тоже способ объединиться. Поэтому я прошу вас всех.
всех подумать, проявить гражданскую позицию и высказать свое «нет» грабежу, который происходит сейчас. Опять же, добавлю, вот, например, меня не касаются платной парковки лично. Я многодетный, и у меня есть разрешение. Я борюсь за ваши права. Я хожу, чтобы бороться за ваши права. Я хочу, чтобы вы ходили и боролись за свои права тоже. Потому что таких, как я, очень мало, к сожалению. Она должна быть очень много. Потому что это ваши права, ваши деньги. И ваша страна. Это был Александр Шестаков, многодетный отец. Товарищи, ну, тут говорилось еще много о системе, которую еще при Лужкове мы налаживали по части парковок. Да, если углубиться немного в историю, то там было тоже нам много обещано. В 90-е трассы. И они не имеют права вводить высшее должностное лицо в государстве в заблуждение. То есть это обман чистый. Вот за одно лето нужно этого Лексутова гнать в шею с руководства департамента транспорта. Согласны? Товарищи, есть еще вопросы? Уважаемые москвичи, приступаем к заключительному этапу нашей встречи. Сейчас мы с вами зачитаем резолюцию, но прежде чем резолюцию зачитаем, я вам хочу назвать номер телефона моей общественной приемной. 8-903-773-0900. По любым вопросам можете позвонить, я вам скажу, в какой форме написать заявление, и будем вам стараться помочь в силу возможности. Еще раз, 8-903-773-0900. Я жду ваших звонков в любое рабочее время с 9 утра до 6 вечера. Звоните, не стесняйтесь. Депутаты должны служить людям. И мы должны все время отдавать служению народу. Как бы это ни высокопарно, вот чиновники об этом забывают. Они получают зарплату за службу людям. Мы вот об этом стараемся не забывать. Договорились, товарищи? Сейчас Александр Борисович зачитает резолюцию, и мы с вами за нее проголосуем. Пожалуйста. Резолюция, составленную по итогам встречи населения с депутатом Мосгордумы Николаем Григорьевичем Зубрилиным в районе Северное Медведково 25 декабря 2015 года по вопросу организации платных парковок в районе Северное Медведково. Двухлетняя практика взимания средств москвичей и гостей столицы за парковку в пределах Бульварного, Садового и Третьего транспортного кольца показала, что эти мероприятия наряду с позитивными моментами привнесли немало негативных. Затруднений с парковкой в связи с несовершенством системы оплаты. Экономически необоснованная высокая сумма платежа не дает стимула к строительству доступных для жителей и гостей столицы современных парковок. Ущемление интересов жителей Москвы, живущих в пределах Третьего транспортного кольца и вынужденных оплачивать парковку фактически у стен своего дома. И другое. Отдельного обсуждения требует и проверка конституционности этого нового налога, ведь он фактически ограничивает возможностями кошелька свободу передвижения граждан, то есть противоречит 27 статье Конституции. В отсутствии развитой и доступной жителям города и области системы общественного транспорта, платные парковки сами по себе не решат проблем пробок. До недавнего времени зона так называемых платных парковок была ограничена преимущественно пределами Третьего транспортного кольца. Однако полномочия Департамента транспорта города Москвы, которым наделили его московские чиновники, позволяют расширять эту зону за счет так называемых дополнительных территориальных зон организации городских парковок. То есть, проще говоря, платную парковку можно организовать практически на любом куске асфальта города. Нестихающая волна протестных акций в самых различных районах столицы против организации платных парковок говорит о том, что москвичи эту инициативу Департамента транспорта города Москвы не поддерживают. В условиях экономического кризиса и значительной потери платежеспособности населения создание платных парковок, представляющих по сути новый сбор с граждан, только усиливают социальную напряженность, провоцируют нестабильность в обществе. Мы, граждане Российской Федерации, участники встречи с депутатом Мосгордумы Зубрилина 25.12.2015 года, пришедшие для выражения консолидированного мнения, требуем прекратить расширение так называемых зон платной парковки за пределами Третьего транспортного кольца, в том числе в районе Северное Медведково. Внести поправки в постановление правительства Москвы от 17 мая 2013 года номер 289, и
в плане запрещения, в плане введения ограничений ведения платной парковки пределами третьего транспортного кольца. В частности, необходимо изъять полномочия по утверждению вот этих платных зон у Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Полномочия по регулированию дорожно-транспортных сетей в городе Москве необходимо передать органам местного самоуправления районов города Москвы. Резолюция с приложением будет направлена президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, правительству Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, председателю Московской городской думы Алексею Валерьевичу Шапошникову, председателю Совета депутатов муниципального округа Северно-Медведского Тамаре Николаевне Денисовой. Текст резолюции зачитан на встрече населения с депутатом Московской городской думы Зубрилиным и поставлен на голосование. Товарищи, кто поддерживает текст этой резолюции, прошу поднять руки. Большинство. Есть против кто-то? Поднимите, пожалуйста, руки, если есть кто против. Против нет. Воздержались. Резолюция таким образом принята. К этой резолюции будут приложены, соответственно, те подписи, которые нам удалось собрать в ходе этой встречи. Спасибо. Ну, товарищи, подытоживая нашу встречу, еще скажем следующее. Нужно отменить грабительскую систему «Платон», потому что она ударит по ценам в магазинах. И это будет все негативно сказываться на покупателе. Второе. Отменить навязанную систему, вот эту бизнес-нишу коррупционную, в виде платных парковок, отменить и не вводить в спальных районах города Москвы. Согласны, товарищи? Да. И еще третье. Нужно объявить мораторий на взносы на капремонт до полного исполнения государственных обязательств по выполнению капремонта в жилых многоквартирных домах. Согласны? Да. И последнее. Отправить в отставку недобросовестного сотрудника в органы госвласти города Москвы Максима Лексутова. Правильно? Да. Лексутова в отставку. Лексутова в отставку. Все, спасибо. Возьмите вы что? Что? Да, это Катя. Ой, подписей можно... мало. Нет, подписей много, там же листы подложены. Два раза писать нельзя. Два раза. А скажешь, если вы писали, зачем? Я уже писала. Кстати, там растут. Налоги, ну, фактически, тот же самый платная парковка, это очередной налог, сбор. Все это больно бьет по карману. Капремонт один только из кармана каждой московской семьи отнимает минимум 500 рублей в месяц. Все это приводит к тому, что количество бедных у нас сильно возросло за последние. И сейчас мы понимаем, что дальше так жить просто невозможно. А почему все это происходит? А потому что власть хватает финансовые дыры, которые возникли из-за ее преступной, бездарной экономической политики, хватает дыры в бюджете за счет нашего кармана, бьет огромное большинство населения по кошельку. И сегодня сложилась ситуация, когда мы все должны раз и навсегда для себя уяснить одну простую вещь, что весь этот кризис, все эти беды наши вызваны, не только и не столько потому, что у нас глупое, безграмотное руководство в правительстве Москвы, а еще и потому, что у нас система, капиталистическая, рыночная система, изначально создана для того, чтобы грабить большинство населения маленькой кучкой богачей и олигархов. Вот когда мы все поймем это, когда мы все объединимся, выйдем на улицы для того, чтобы сказать наше решительное «нет» такому порядку вещей и провозгласить другие принципы, справедливость, власть народа, которая, кстати, гарантирована Конституцией, которую сегодня никто не хочет соблюдать, вот тогда можно рассчитывать, что мы сможем сами определить, сколько платить, кому платить и когда платить. Поэтому решение мелких бытовых вопросов сегодня тесно связано с большой политикой. Будем вместе победить. Парфенов Денис Андреевич, коммунист, член КПРФ. Так что нужно лишить большинства Единой России, потому что она пагубно работает против людей. Но вы же понимаете, что это невозможно. Возможно. Возможно, возможно. Да. Нужно проголосовать. Вот, когда придете на выборы, голосуйте за любую партию, но не за Единую Россию. За нас проголосуйте.
Ну, а чтобы за нас не проголосовали, нужно явку повысить. Нужно явку повысить. И проконтролировать выборы, чтобы выборы были честные. Пусть победит сильнейший. Честно. Понимаете, каждый так вот думает, и в итоге ничего. Вот вы начнете так думать. Убедите. Я своих одноклассников с трудом пытаюсь в этом видеть. А участвовали в выборах когда-то в виде контроля, там, наблюдателя, члены комиссии? Я всегда участвовал. Нет, вы сами участвуете, конечно. Контрольные функции исполняли когда-нибудь? Контрольные функции. Ну, наблюдателем и членом комиссии. Нет, у меня есть семья, какие контрольные функции? Ну, я понимаю, семья у всех у нас. Да, я вас есть понял, семья. Все, спасибо. Нужно проявлять большую сознательность, да, и контролировать чиновников. Вера умирает последней. Да. Скажите, пожалуйста, вы можете на кого-нибудь повлиять? Около метро, метро ни одного милиционера. А? Только что были. Это известны. Только вот сейчас, когда сейчас, вот Новый, да, год, да. Ага. Я очень часто езжу в театры. Возвращаюсь часов в 11 вечера, да, бывает так. Нету постов, да? Ни одного милиционера. Зато черных здесь собираются такие вот клубки. Что страшно пройти, товарищи дорогие? Давайте я запишу тогда ваши, давай, данные. Абрамова, Валентина Михайловна. Готовы? Да. Уважаемые товарищи, я Николай Григорьевич, депутат Московской городской думы, член фракции КПР. Сегодня по просьбе жителей Северного Медведкова мы провели здесь встречу с избирателями у северного выхода из метро Медведково. Ну, встреча прошла нормально, в конструктивном русле. У жителей очень много проблем, но главной темой нашей встречи это была тема о навязывании платных парковок на территории города Москвы в спальных районах. Я считаю, что этот вариант очень пагубный. Тут большая составляющая коррупционная наверняка просматривается, потому что те обещания, которые нам делают чиновники, по большому счету, они несерьезны и несбыточны. Ну, во-первых, нельзя содержать благоустройство в районах города Москвы за счет автовладельцев. Для этого есть другие средства в бюджете города Москвы, и они должны использоваться целевым образом. Если речь идет о большом количестве автомобилей на территории Москвы, то этим путем тоже идти нельзя, потому что независимо от платных парковок или бесплатных, количество машин останется прежним. Просто произойдет распределение. Более бедные, так скажем, автовладельцы, которые обладают таким скромным доходом за месяц, они будут ставить свои машины на бесплатных местах, где-то в неудобных местах, вдали от мест проживания. А водители, которые в состоянии оплатить парковочное место, встанут в жилых кварталах, невдалеке от проживания, и будут просто платить деньги. То есть сейчас автовладельцы стоят бесплатно, а потом будут стоять за деньги. Это ничего не решит, это просто создается очередная бизнес-ниша, которая будет паразитировать на проблемах москвичей. Я считаю, что этот вариант очень плохой, он раздражает людей и не нужен. Просто нужно нашим чиновникам усвоить, что вопросы, которые возникают на территории Москвы, их можно решать без обирания населения, без залезания в карманы москвичей. У них есть бюджет города Москвы, есть властные полномочия. У них 25 лет был срок, чтобы организовать нормальным путем парковочное пространство в городе Москве. Несколько лет назад была общегородская кампания по внедрению такой формы, как народный гараж. Были затрачены миллиарды народных рублей из бюджета города Москвы, но эта программа провалилась, не состоялась, никто за это не ответил. И народный гараж, так скажем, никакой пользы автовладельцам не принес. Была кампания по навязыванию ракушек, которая продолжалась 10 лет. Потом в 2005 году была кампания по организации плоскостных автостоянок, которые сейчас тоже, по мнению чиновников, почему-то стали плохими. Рушатся гаражи советских времен, на которые у людей есть деньги, и они являются собственностью частной. Но чиновники почему-то, борясь с большим наплывом автомобилей на наших улицах, увеличивают количество машин, которые появляются на улицах, потому что сносятся гаражи, сносятся автостоянки, и новые машины поступают на внутридворовые территории.
а потом нам будут навязывать эти платные парковки и на нас наживаться. Я считаю, еще раз повторю, что это паразитирующая такая форма обирания москвичей. Это дополнительное изобретение московского правительства по созданию криминальной бизнес-ниши, которая ничего не создает, а только будет заниматься обиранием автовладельцев. Все жители, как один, согласились с представителями коммунистической партии. Зубрилин Николай Григорьевич, депутат Московской городской думы, член фракции КПРФ, член комиссии по безопасности. Спасибо вам. Всего доброго.